не надоело это жизнь твоей мамой? А мы вообще-то планировали детей. Где они у нас спать будут? У меня на голове. Да что ты завелась-то? Давай обсудим. Давай. А я хочу трешку в центре города. Так-то ты хочешь трешку в центре. Мне с мамой хорошо. Ну все, не сбыться моей мечте, бедные наши детки. Свет, а Ивановы где дом купили? Точно, Юрочка, в городе Счастье. Давай посмотрим эти квартиры на свежем воздухе.